Я с вами доктор Зак, и мы продолжаем играть в Burnout Paradise City. Врубаем наши с вами корыцы. Давайте просто порастращиваем что-нибудь. Поразносим все вокруг. Давайте посмотрим, там вот есть с другой стороны еще. Да-да-да-да-да. Надо обязательно разрушить. Потому что там, по-моему, когда ты разрушаешь все, тебе какую-то VIP-тачку крутую дают. Давайте еще вот здесь. И вот тут. И вот здесь. И там я разрушал, оказывается. Вот 180 400. По-моему, это нормально. Да, как бы. Оп, 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 оп. Давайте починились и едем дальше. Вот это я его. Да, я знал. Автобусы это лежит для для агрессоров вообще. Непробиваемые чмошники. Успел на желтый вроде бы. О, охота! Только что мне рассказали. Охота — это возможность раздолбать кучу машин. Диджей Атомика сказал. Ладно, погнали. Нам 11 жертв надо сделать. У нас как раз агрессор разбил машину одну машиной. Давайте. Ой, вот это я, конечно, жестко сейчас налажал. Ты что, офигел? Я тебя найду и порву. Ёперный театр. Давай! Прямо в воздухе его урыл. Того, кто меня там долбанул. Давай! Сдохни! Давай. Ох, блин, как же жалко, что я сейчас сам себя разбил. Ладно, ничего страшного. В принципе, у нас еще минута 50. О, дрыщ. Раздолбанный. Белый. До свидания. Давай. Мне кажется, что я слишком много таких грузовичков сношу. И Айкуса тоже тебе привет. Во-во-во, у меня там этот демик. Он мне порвал этот. Я чуть не вышел из управления, это во-первых. А во-вторых, он мне этот бампер снес задний. Да свалите, блин, как можно разбить? Причем тут. А, я сразу двоих разбил. Так, чтоб не было никаких критических повреждений. Это падла тоже постриглась. Ой, какой постриглась? Починилась. Это я сморозил сейчас. Машина постриглась. Не, конечно, машина может постричься. Снеси себе всякие бампера там. И. Снести всю краску. Но это как-то не так надо назвать. Не стрижка. А вот это. Устрашишка. Потому что если машина пострижется, по-моему, это уже не будет машина. Будет какое-то дерьмо. Вот если, например, вы Ламборджини. Если вы с Ламборджини сдерете всю ее краску. Это будет Ламборджини. Прототип Бентли. Ай, подставу кому-то подставили мы вместе. Ну не, это только я здесь должен подставлять подставы. Да блин, как он еще не сдох? Я его уже 300 раз толкал. Давай, блин, уже может кого-нибудь. О-о-о-о! Тихо, держим управление. Вот это было жестко.
падла. Есть, наконец-то, блин, я того, кого я хотел, я разбил. Блин, как жестко, я только шел, лоханулся на огромной скорости, влетел в какого-то дебика. Давай, давай, ой, блин, чуть не... Блин, меня чуть не разбили. А вот этот чувачок. Чувачелло. Давай, 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 газуй. О, отлично, один. Хотел заправиться, а сам свою машину упорол. Давай, вот эту, на, до свидания. Получите, распишитесь. И вы тоже. О, к соседям пойди за пирожками там. Соседушка, дай пирожочков покушать. Ты шо, вообще с дуба рухнул со мной драться? Офигеть, уже 19 жертв. О, пойду под кустами пописью. И ты тоже иди. Нифига себе, уже 20 жертв из 11 нужных. Жесть. О, вот этого красного я обязательно. Я тебе сколько раз, блин, говорил, без дверей на гонки не приезжай. Как же ты на свадьбе людей будешь возить, дебик? Ты ж типа лимузин. Какого, блин? Я даже не заметил. А ну все, время вышло, ну ничего страшного. Все равно я выиграл. Я победил. Я снес 21 жертву, а надо было 11. Ну блин, я уже 3 раза победил. Как бы давайте мне уже новую тачку. Ух ты, ни хрена! Хайперон! Это типа. Это прототип этой. Это этого. Вот этого. Тойоты какой-то там. Забыл, как она называется. Ну, типа прототип Тойоты какой-то старой. 60-х годов где-то так. Вот я знаю, что есть какая-то такая. Но забыл, как ее название этой Тойоты. Короче, давайте искать ее. Хотя нет, давайте мы ее поищем в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Обязательно лайки. Они помогут мне словить этот прототип. Всем пока.